В Рязани поймали неправильного Деда Мороза. Он тоже ходил по городу и оставлял подарки, но совсем неправильные. Под кустами или деревьями мужчина оставлял так называемые закладки с наркотиками. Оперативники УНК получили информацию о том, что 31-летний житель Михайловского района поселился в Рязани на съемной квартире и выполняет задание интернет-магазина по сбыту наркотических средств. Полицейские задержали закладчика на Московском шоссе, провели личный досмотр и обнаружили пакетик в кармане. В левом кармане куртки изъят полимерный сверток с веществом внутри. Позже оперативники узнают, что сверток этот весит около 100 грамм, и в нем синтетические наркотики. Это оптовая партия, предназначенная для дальнейшего распространения. Следующие кадры – продолжение оперативной съемки. Мужчина находится на той же улице, где его задержали. Он указал на место закладки, где оперативники обнаружили еще 1 грамм наркотиков. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Фигуранту избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все факты противоправной деятельности арестованного, каналы поставки и сбыт наркотиков, а также его сообщники. Правоохранительные органы уже заявили, что мужчина – только часть организованной группы закладчиков интернет-магазина, которая распространяла синтетику в нескольких районах Рязанской области. Теперь перед полицейскими стоит задача найти остальных фигурантов. Валерий Седов, телекомпания «Город».